Ну, 90 миллионов рублей – это очевидная стоимость зубочисток на фоне общего бюджета реконструкции Большого театра. Поэтому, конечно, надо исследовать, куда подевались зубочистки и салфетки. Наверное, надо включить тоже в 90 миллионов рублей. По-моему, там счет шел на миллиарды долларов, 5 миллиардов долларов или что-то в этом роде, реконструкция Большого театра. 90 миллионов рублей – это у нас примерно 2 миллиона, 3 миллиона долларов, да? Серьезные зубочистки, наверное, были из сандалового дерева, я так думаю. И, в общем, надо, во-первых, а, проверить зубы всех подрядчиков с 90 миллионов рублей, б, обязательно направить их к стоматологу, чтобы они, по крайней мере, вернули свои зубы государству на сумму 90 миллионов рублей. Если серьезно, то, конечно, пока существует та финансово-бюрократическая система, которую олицетворял Саид Джапарыч Амиров. Сам по себе человек, не являющийся исчадием ада, поверьте, но просто игравший и живший по правилам этой системы. Пока эта система существует, коррупцию победить будет невозможно. Я надеюсь, что арест мэра Махачкалы, как и другие некие телодвижения, которые мы начали наблюдать в последнее время, дело Скрынник, дело Сердюкова, вот эти вот поиски по Большому театру, поиски по Сколково приведут в итоге к тому, что я назвал бы социально-управленческой революцией. Если Путин станет символом такой революции, то Россия будет ставить ему памятники искренне, а не для того, чтобы какой-то чиновник получил у него доступ к какому-нибудь очередному подряду. Поверьте.